Ассаламу алейкум, дорогие друзья. В общем, короче говоря, вы видите, Конор Макгрегор сегодня сказал, что дагестанцы трусы, там, дагестанцы боятся или что-то еще как, да? Но сегодняшний день, вот вы видите, сейчас собрались ребята, даже никто никого не звал, просто всего лишь сказали, что просто, что мы трусы. И все, в данный момент стали перед носом у этой проблемы, у этого человека, который сюда работает. Вылетает воздух. И мы пришли сюда. Каждый вот здесь настоящих дагестанцев, ребят, готов просто вот здесь один на один с ним разговаривать, не вмешиваясь. В итоге, но... Амонов тоже указал, профессор указал, и стоит. По сути, сейчас в данный момент здесь у него охрана, все такое, мы его дождаться тоже не можем. Но факт в том, что мы сегодня собрались здесь, и в дальнейшем тоже, если кто-то засомневается, трусости наши или что-то как-то, у любого из вас перед носом тоже станем и покажем. А это Конор Макгрегор, как я уже один раз уже сказал ему, постоянно провоцирует, пытается Хабиба, да, уже один раз было сказано, если надо будет сказать, есть кому, Хабибу не надо будет говорить, есть кому сказать уже. Ему не до тебя просто, ты своим аккуратненько. Короче, закрыто. А мы, иншалла, свое дело тоже сделали, мы здесь будем, но мы еще здесь и останемся тоже. Ну, чтобы знали, в дальнейшем тоже всегда вот здесь, малейшие, где возникнут сомнения в дагестанцах, мы всегда будем сплочены, чтобы все знали. Всем салам алейкум.